Основной этап единого госэкзамена начнется 27 мая. Сдавать его будут 251 выпускник Великоустюгского района. Главным отличием сдачи ЕГЭ в этом году станет дистанционная печать контрольно-измерительных материалов. Раньше все экзаменационные материалы привозились с Вологды членами ГЭК. То есть организаторы прямо в аудитории распаковывали материалы и выдавали их детям. То есть они уже были, да, на бумаге распечатаны, а сейчас это будет все делаться прямо в аудитории. Материалы сохранены на диске. Организатор в аудитории открывает пакет с бланками для заполнения ответов и диск с экзаменационными материалами. Ключ для доступа к контрольно-измерительным материалам члены Государственной экзаменационной комиссии получат за 30 минут до начала экзамена. Материалы распечатываются в присутствии участников ЕГЭ. После распечатки КИМ они проверяются на качество печати и соответствие количества материалов. Затем раздаются участникам. Для соблюдения необходимых требований во всех кабинетах проведения ЕГЭ появились новые принтеры. Сегодняшняя жизнь не должна отставать в школах от реалий, поэтому правительство Вологодской области заранее побеспокоилось о том, чтобы единый государственный экзамен прошел в полном объеме и со всеми правилами, которые существуют для проведения этих экзаменов. Мне поручили от правительства области вручить принтеры школам, которые будут проводить экзамены вот на базе 4-й школы, будут проходить экзамены. Экзамены второй школы, чтобы все было проведено в соответствии с государственными требованиями. Внедрение инноваций призвано исключить несанкционированный доступ к экзаменационным материалам ЕГЭ, а также обеспечить оперативную доставку бланков с ответами участников в региональный центр обработки информации. Евгения Шемякина, Максим Колосов, новости провинции.